Всем привет, ребята! И знаете что? Я не успел, значит, собрать свой портфель, и все вышли из класса и закрыли дверь. И про меня все забыли. В общем так, я остался на ночь в школе. Школу, походу, закрыли. Я стучал в эту дверь, и никто мне не открывал. Я не знаю, что делать, ребят. Походу, я здесь пробуду до утра. Ну, давайте посмотрим. Будем сейчас в роли учителя. Я учитель, всем привет! Хе-хе-хе! Ух ты, как я прыгаю. Так, я... О, фонарик! Интересно, кто забыл фонарик? Очень странно. Так. Меня... Что такое? Выпустите меня, выпустите! Что это за звуки? Ребята, вы слышите? Я знаю эти звуки, я видел ролики на ютубе. Это... Нет, не может быть. Сиреноголовых не существует. Так. Кто-то надо мной прикалывается. Это что, ребята? А-а-а! Кто это? А! Мой фонарик, быстрее! Быстрее бежим отсюда! Ой-ой-ой, кто это здесь в классе ходит? Кто здесь? Кто здесь? Отзовитесь! Нет! А-а-а! Кто это, ребята? Смотрите! Смотрите, ребята! Это, походу, училка! А-а-а! Я не сделал уроки! Не надо, я сделаю уроки, обещаю. Быстрее, свой фонарик. Как нам отсюда выбраться, ребят? Я не знаю, как мне отсюда выбраться. Меня кто-то атакует бесконечно и не дает мне проходу. Я не знаю. Ребята, снова включился свет, и этого чудовища теперь нету. Но я потерял свой фонарик, я не знаю, что мне делать. Я не знаю, что мне делать, ребята. Может, это кто-то прикалывается, я не знаю, может, это сторож или охранник. Мне очень страшно, очень. Может, попробовать через окно вылезти как-нибудь? Так, может, посмотрим, может, здесь есть ключи? Так, так, ключи. Вряд ли здесь есть ключи. Что-то я не наблюдаю ключей. Откройте, я здесь, я остался. Извините, что я самый последний. Я не успел выйти из класса. Помогите. Помогите мне кто-нибудь, ребята. Скорее напишите в комментариях, что мне делать. Может, какое-нибудь есть суперслово против сиреноголового? Ребята, подскажите, пожалуйста. Мне очень страшно. Так, фонарик снова. Так, он работает. Снова это продолжается, ребята. Давайте так, смотрите, это чудовище исчезнет. У меня уже даже швабра в руке. Может, шваброй бить? Ребята, поставьте скорее лайкосик, так вы меня поддержите. Поддержите меня, пожалуйста, ребята. У меня мурашки по коже. Как страшно. Это что? Это кто? Это какой-то друг сиреноголового, походу. Опа! Ага, получил. Получил. Еще раз хочешь? Видите? Мне поставили лайкосик. У меня заканчивается фонарик. У меня закончился фонарик. А, ну... Все, ребят, мне крышка. Короче... Подписывайтесь на канал и ставьте лайкосики, если хотите узнать, что же было дальше. Ребята, мне конец!